Когда вы выходите на сцену, вы себя как-то настраиваете на положительную реакцию зала? Вообще не настраиваю, я вызываю перед собой глаза Джульетты Мазина в последних кадрах Кабирии, все. Это было всегда так или это, нет, это стало последние каким-то... несколько лет. То есть это стало каким-то ритуалом? Да. А что я было раньше? Закрываю глаза и смотрю этот кадр. Визуализация такая происходит. А что было раньше, по молодости? Был когда-то страх сцены? Ну, так вот как такового страха не было, что касается учащенного пульса и что касается, видимо, подскока давления, это естественная вещь. Страха сцены нет. Потому что сцена единственное место, где не страшно. Гораздо страшнее, когда уходишь с нее. А где вы больше являетесь самим собой, на сцене или в жизни? Хороший вопрос. Поскольку очень сблизились позиции между сценой и закулисьем, сейчас как-то на сцене открылась душа. И опять это с помощью, прежде всего, работы с Трушкиным. Значит, получается, иными словами, если вы отошли от времен попугая и кулинарного техникума, где вы играли не себя, Геннадия Хазанова, где это была роль, сейчас каждая роль уже становится более прочувствованной изнутри? Да, я думаю, что вообще я сегодня рассматриваю выход на сцену как некую исповедальную возможность. Конечно, хотелось бы, чтобы это было в художественной форме, но наличие исповеди необходимо, особенно человеку, выросшему в атеистической семье, в атеистической стране. Это единственная возможность видоизменить такое вульгарное понятие ремесла. Вот говоря о ремесле, эстрада всегда считалась немножечко низкосортным таким жанром, правильно? Да. А эстрада нынешняя в корне уже отличается. Просто это уже дешевая попса, по большому счету. Да, не могу с вами не согласиться. Как сейчас вам работается? Я не работаю на эстраде практически вообще. И должен сказать, что мой приезд сейчас – это почти чистая случайность. Потому что я уже простился с этим. Это не значит, что я совсем не работаю концертом, но концерт это просто редкое исключение. Нет поступления репертуара, много причин всяких. И одна из самых главных причин – эстрада. Хотя что же роднее и что же удобнее для исповедальности уже прямой? Нет. Нет. То есть в драматическом зритель приходит больше... Большую возможность к самовыражению? Конечно. А как же так? На сегодня. Потому что я ничего не собираюсь ни зачеркивать, ни стирать, ни плевать в прошлое. Просто нужна была дистанция. К этому нужно было.